Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv. Tema današnje konferencije je utakmica 13. kola Mozartbet Super lige Srbije koja se igra između fudbalskih klubova Radnički Niš i fudbalski klub Spartak Ždrepčeva krv. Utakmica se igra 28. oktobra u subotu na stadionu Čair u Nišu sa početkom u 18:30. Kao i uvek, pored mene je šef stručnog štaba Spartaka Aleksandar Keržakov i pomoćni trener Spartaka Đorđe Tutorić. Šefe, prepuštam reč, izvolite. Прошлый матч с «Партизаном» сложился для нас неудачно в плане результата. Что се тиче прошлой утакмице с «Партизаном», нисмо исполнили очекивања по питању результата. Но что касается игры, то большую часть матча мы играли хорошо. Что се тиче те утакмице, что се тиче игре, већи деј утакмице смо играли добро. Нужно понимать, что мы находимся только в становлении, понимаешь? Значит, наиважнее, да, се што пре опоравиме от те, да смо се опоравили от те утакмице. С каждым днем, на мой взгляд, мы становимся лучше. Со сваким даном смо све били боли и боли. Но нам нужно время для того, чтобы окрепнуть и стать уже полноценной, хорошей командой, которая может бороться за что-то высокое. Međutim, potrebno нам и время, да се опоравимо, поготово са екипама, са кои играмо в будућем периоду. Следующий матч, предстоящий матч, будет с очень хорошей командой. Следећа утакмица која нас очекује у Нишу, играмо против добре екипе. Последний матч, который я смотрел соперника, они играли в очень хороший футбол. Последњу утакмицу коју смо гледали, коју су они играли, играли су доста добар футбол. Наверное, будет правильнее сказать, что им не хватает очков, потому что они находятся не на своем месте сейчас. Да, jednostavno, ova pozicija koju oni imaju на табели nije реальна слика те екипе. Поэтому у нас нету никакой недооценки соперника. Мы понимаем, что это серьезная команда с очень хорошими футболистами. Да, разумеем, да это добрая экипа с добрыми играчами, и, наравно, да их нечемо поценить в том смысле. Поэтому нас ждет очень сложный, трудный матч. Мы постараемся показать все, на что мы способны, и добиться результата. На основе всего этого ожидает нас тяжелый матч, и мы должны хорошо потрудиться, чтобы имели хороший результат. Спасибо вам. Желаю вам счастья в этом матче и счастья в будущем. Спасибо.